Снова здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. В этот раз представляю вашему вниманию пылесос Уралец. Не самый старый образец. Как бы первые были намного тяжелее, без колесиков. Самый первый прототип вообще назывался пылесос Москва. Наверняка есть люди, которые знают о таких пылесосах. Наверняка остались те, кто еще пользовался ими. Ну, последующие модификации уже назывались Уралец. Здесь плохо видно. Вот. Следующая модификация уже получила колесики свои, благодаря чему они стали более так маневрены. Появился другой фланец для шланга с резьбой, более современный, потому что на предыдущих моделях шел такой поворотный, как бы, как это объяснить. Как на защелках вроде бы. Ну, если попадется пылесос с таким фланцем, я обязательно сниму видеообзор, покажу, чтобы увидели, в чем разница. Есть также более современные модификации пылесоса, у которых верхняя крышка и ручка уже пластмассовые, декоративные. То есть ручка полукруглая, не такая, не съемная. Вот. Тоже Уралец, это последняя модификация. Которая представляет вашему вниманию, можно сказать, такая средняя. Вот, что в нем интересного? Педалька включения, крышечка, которая закрывает выдувной фланец. Самое любопытное, что у него имеется внутри фильтр. Вот он за решеточкой вот этой вот. Ну, там, в принципе, скручена несколько раз марля стоит, но все равно уже хоть какая-то фильтрация. У многих советских пылесосов вообще выдув напрямую, попылесосил, потом еще в квартире целый час запах пыли стоит. Вот, также сюда одевается переходник на выдув, и можно подключить шланг. Так же, как и многими советскими пылесосами, можно белить, опрыскивать цветы, красить, ну, кто на что гораст. Вот. Крышечка вот так открывается. Сейчас мы ее закроем. Угу. Данная модель не имеет смотки шнура, впрочем, как и многие другие уральцы. На них такое устройство не ставилось попросту. Не знаю, с чем это связано. Может, здесь с тем, чтобы удешевить конструкцию. Или еще по каким-то соображениям. В общем, нам это уже неизвестно. Вот. Выносные задние колесики, довольно крупные, удобные, имеются на пылесосе. Когда к выдувному отверстию не подключен шланг, воздух выходит вот через эти соты, решетки. Решетка пластмассовая, на предыдущей модели даже вот эти решетки и ребра были железные. Вот. Ну, посмотрим, какой пылесборник. Защелочки вот такие вот металлические, очень мощные. Вот его довольно крупный сепаратор интересного цвета. Почему-то на Уральцах очень много пестрых цветов применяли. Вот он фильтр, мешок конусный, сделали так под конус, интересно. Кстати, хочу заметить, флянец с данного пылесборника снимается очень легко. Откручивается вот эта оранжевая гайка, и флянец изымается без всяких стопорных колец и прочей ерунды. Ставим на место. Так, сейчас защелкнем. Одной рукой неудобно делать. Вот. Включим, послушаем. Работает тихо, звук приятный, ненавязчивый. На выдуве практически не чувствуется потока воздуха, еле-еле. Вот, ну, в принципе, вот такой видеообзор, простенький. В общих чертах показал, что как. Если появятся более старые или более новые модели, обязательно будем снимать, сравнивать, показывать.
Если что интересно, спрашивайте. Подскажу, если надо будет, разберу, покажу, что внутри. Вот, всего хорошего и до новых видеороликов. До свидания.